Вот Володя сваи обработкой обрабатывает. Это у него здесь получается больше 6 метров. А у нас здесь потребуется на 24 метра. Это у тебя здесь на 6 метров наложено, больше, по-моему. Я не знаю, вы считали шагами? Ну, ты подложил. Я думаю, хватит. Большая бобринная дыра на том мосту. И он могла прорвать. Так что нынче там, как только вот это сделают, сразу туда вот такой рулон. И здесь тоже, вот к этому месту рано рулон подвести. Запечатать. Вот. От Никиты Колесников с этой стороны кладет. За неделю оно раза два промажете. Раза два-три. А что далеко друг от друга, это лучше? Я думал, чем ближе, тем лучше. Потому что мимо меньше будет идти. Никита, сделай, чтобы они друг друга касались. Раскладывай. Куда ты разложил так? Когда мажешь, одновременно ту и другую мажет он. Проходи туда, где они есть. И друг другу подвигай. Вот так. Раздвинь. Так хорошо будет. Вот так. Ну, сходил, посмотрел. Конечно, воды нынче намного больше, чем в прошлом году. Но это еще не все. Когда мы это вот сделаем, она и здесь воды будет больше. И переходить весной можно будет. Ну, пока замыслы в силе. Никаких таких особо важных перемен не думаю делать в этом замысле. А там вон какая-то деревяшка. Что там означает? Где? Вон там дальше деревяшка. Там? Это на мостик, если залезть, то видно. Вот сюда ко мне, стань рядом. Вот это тут сделано такой мостик. А вон дальше в камышах. Что это такое? Я не знаю. Может, дальше, ну вон, там, смотри, да что я там. Я вижу. Что это такое? Не знаю, может, что-то отсюда. Вот это вот. Деревянное или не деревянное? Типа, если не приначит, ты ходишь. Ну ладно. Слава тебе, Господи. Я думаю, этого хватит. Камни. Не хватит, еще подвезем. И вот эта вода тут прорывает. Почему? Потому что вон дальше трасса, а она идет корытом. Надо сделать, чтобы она была горбом. Так что тут поработать придется. Плотную друг другу, а проходите, одну вытащит, он обмажет, а опять на место положит. Ты шоркаешь, когда это, она сразу две захватывает с стороны, как доски. Да. А когда повросит, там половина течет на пол. Вот мы приехали. Наша техника. Больше у нас ничего и нету. Мои сапоги. Это я все ходил босиком. Вот. Вот так, сам себя показал. Все, на этом это камыш павший. Это спрятали. То, что мазать, мазилка.